В Минской арене проходит выступление легендарного оратора и писателя Ника Вуйчича. Но за считанные минуты до выхода на сцену произошло еще одно важное событие. 11-летний Адам Эссерт из Речицы встретился со своим кумиром. Мальчик появился на свет без рук и практически не растет, но научился писать и печатать, рисовать. Ему часто ставят в пример легендарного австралийца, который, узнав о необычном белорусском ребенке, сам написал ему письмо и пригласил на выступление. I love you. Я тебя люблю. Bye-bye. Я тебя тоже. Take care. You too. Thank you, thank you. Спасибо. Чао. Чао-чао. Адам не скрывает, что мечтал лично услышать выступление человека, который заставляет миллионы людей поверить, что в любой ситуации жизнь может быть безграничной. Редкий синдром тетраамелии не помешал Нику Вуйчичу стать одним из самых успешных мотивационных спикеров мира. Он женат, воспитывает двух здоровых сыновей, а последние 14 лет собирает огромные залы более чем в 40 странах. Около 8 тысяч зрителей в эти минуты слушают речь легендарного оратора в Минск-арене. Ник Вуйчич в Беларуси впервые, но за день многое успел. Сегодня он провел пресс-конференцию, презентовал в Минске свою новую книгу. На встречу с австралийцем собралось немало его читателей, которые спрашивали о литературе и личном. Сегодня Ник Вуйчич улетит на очередное выступление, но у зрителей телеканала ОНТ еще будет возможность его услышать. Откровенное интервью человека-легенды в следующий четверг в программе «Надо разобраться». А в ближайшее время в эфир нашего телеканала выйдет и телеканал. Версия сегодняшнего выступления в Минск-арене.